Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театр профессиональный. И это правильно. Когда я работал в театре, и меня... Ну, это не важно. И естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актер должен где-то работать. Нехорошо, если он, правильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете, работала у шлифовального станка. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира?